в смысле. Ладно. Значит, господа, я думаю, что мы еще исполним, если вы не замерзли, пару вещей. Да, и вот, собственно, удивительно вот что. Идешь по улице и смотришь не на улицу, а смотришь на себя и думаешь, вот идешь ты по улице, вот, у тебя кровь течет по венам, сердце бьется, мозги внутри черепа, а мозгов не видно. Вот, ну и не важно, то есть ты не видишь внутри себя, себя самого, и так удивляешься этому своему собственному составу, думаешь, ничего себе, как я такое организовался-то в этом пространстве. Вот, и думаешь, а что же такое вообще происходит? Деньги, 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 короче, товар, деньги, товар. Это было до 17 века. А потом произошла легализация судного процента, экономика закончилась. И начались такие вещи, как деньги, товар, деньги. А потом начались деньги, деньги. И, короче, одни сплошные деньги. Не, подожди. Эта навязчивая мысль, она витает в воздухе, на самом деле. И я вам скажу такую интересную вещь, что вот в каждом человеке, собственно, да, множество разных движений есть. И вот некоторые вот мудрые люди говорили, что какие-то наши страсти, да, они вот... Они нам присущи, потому что они живут внутри нашего тела. Ну, как там объедение, там пьянство, там блуд. Короче, вот это все... Ну, подожди, что-то я хотел сказать. Но оно все нам присуще, и оно внутри нас живет. Вот, собственно. Поэтому с этим очень трудно бороться. А вот есть такая вещь, как любовь к деньгам. И вот, собственно говоря... С этой вещью довольно просто справиться, нужно быть просто внимательным к самому себе. Но, как сказали мудрые люди, если эта любовь к деньгам проникнет внутрь человека, то она становится злее всех страстей. И поэтому уже другие страсти к человеку не приступают. Он как бы освобождается от всего, но на самом деле он порабощен очень мощными цепями, и ему этого одного достаточно, чтобы погибнуть. Вот, поэтому, когда я вот так шел и думал, я подумал, блин, время-то мало, и хочется любить вот того, кто рядом. Поставит
Спасибо.